Приветствую всех, всем добра, бобра и по ситуации. Вот такой сейчас будет краткий обзор апельсина на порталах. Так, сразу начнем с изюма. Вот клиренс у данного авто 40 сантиметров. Благодаря установленным колесным редукторам. Они же порталы. Вот так вот. Это вот передние. Пойдемте сразу задние посмотрим. Они же задние. Подвеска 4 линк. Балка моста усиленная. Производитель на ней написан. Что сделано еще с машиной? Так, установили недавно кронштейн запасного колеса. Пришлось его маленько доработать. А именно, вот помимо замка, который кузову крепится, чтобы на кузов меньше было нагрузки, на дверь точнее, сделали вот такую вещь. Вот такой штырь, который входит внутрь бампера в круглое отверстие. Штырь выполнен конусом и входит он в капролоновую вставку, чтобы не гремело и все было плотненько. Это сделано для того, чтобы калитка не деформировалась, не дребезжала под таким тяжелым колесом. Ну и соответственно, чтобы снять нагрузку вот с этого кронштейна, который расположен на двери автомобиля. И вся оптика светодиодная. Это под хаджек. То есть можно спокойно хаджечиться. Внутри бампера усилитель идет. Профиль металлический. На переднем бампере сюда можно рэм-болты вкручивать с двух сторон, к примеру, для лебедки на цепях. Дополнительная светодиодная оптика, в принципе, вся светодиодная. Номер прикручивается, пока не сделали откидным, под ним выполнен посадочная под квадрат американский, скажем так. Шноркель, рейлинги, пороги, расширители. То есть полный комплект. Вот такой красавец. И при этом это не просто пижон. С ним можно вполне выехать и в грязь. То есть бампера хоть с виду урбан, но они выполнены усиленными. Стеклопластика. И плюс имеет внутри каркас из металлического профиля. Салон свет кузова. Машина новая. С автосалона и сразу затюненная. С
ценник на сегодня данного автомобиля 1 150 000. Это себестоимость.